процентов 70 всех постов занимали абхазцы. Достаточно сказать, что из 12 министров 8 было абхазцев. Из 6 заместителей председателя Совета министров 4 было абхазца. Руководящие должности и директора завода, фабрик, других организаций тоже в основном были у абхазцев. У нас был свой абхазский университет. У нас было свое телевидение. Свои, значит, союзы художников, союз писателей и так далее, так далее. Свой театр, своя газета, школы. В общем, наше это было. Поэтому говорить, значит, о каком-то там ущемлении, конечно, не приходится.